Меня зовут Яна. Я преподаватель английского языка и провожу свои занятия вот в этом кабинете. Еще я учусь на психолога. Я сейчас заканчиваю свое обучение и начинаю консультировать. Я подумала о том, что могу использовать для консультации этот же кабинет. При этом то, что здесь сейчас, мне не совсем нравится. То есть мне хотелось бы что-то изменить. И лучше бы сделать что-то более нейтральное. А еще добавить какие-то художественные элементы, которые могли бы подчеркнуть специфику вот этой моей новой профессии. Так что я посоветовалась с дизайнером, вот, нарисовала эскиз, и совсем скоро мы уже начнем делать ремонт. Давайте разберемся, что мы все-таки будем делать конкретно. Вот, ты с материалом что решила? Я бы посоветовала шелковую декоративную штукатурку силкластер. О, штукатурка шелковая. Да. Шелковая штукатурка как шелковая. В общем, ребят, ну вы, наверное, знаете, что перед нанесением штукатурки нам обязательно надо сбунтовать стены. Я тут только это не хочу. Стены просто сбунтовали. Теперь самое время нанести материал. Мы будем использовать шелковую штукатурку, которая отлично ложится и экологически безопасна. Окей. Практически как да, виноград для производства вина. Чувствую себя как в кулинарной программе сейчас. Вот, соответственно, по задумке должна быть лестница. Сейчас она не очень похожая, но я подровняю ее кельвой и сделаю более геометрические ровные фигуры, чтобы было больше похоже на песню. На самом деле очень классно получилось. Я даже не ожидала, что в результате получится такая хорошая атмосфера и общий тон, такой светлый, теплый, приятный. И вот лестница, которую мы рисовали, очень четкие контуры и очень хорошо, мне кажется, любой материал в целом. Ну да, так приятно его наносить. Ну, сам процесс мне понравился. Да. Ну и то, что тут нейтральная тона, это очень важно. Чтобы была такая обстановка, чтобы человек мог спокойно. Да, на самом деле, в плане материала вообще отлично то, что он так быстро сохнет, и никаких проблем с ним не возникло. Даже я со своими не совсем золотыми руками с этим достаточно просто справился. Вот. И действительно очень добавилось уюта какого-то, тепла. Смогу позвать сюда гостей, устраивать вечеринки. К тому же из-за звукоизоляции мы таким образом не мешаем нашим соседям.